Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик. І разом зі мною на стрімі у цій порі Сергій Жирнов, спеціаліст з міжнародних відносин і спецслужб, колишній старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ СРСР та Росії. Сергій, приветствую вас. Привет, Алена, и привет всем нашим зрителям. Благодарим всех наших зрителей, что внимательно смотрят эфиры, комментируют их, оставляют свои пожелания. Ну, в частности, говорят, Сергей, что много конспирологии во всех разговорах. Что вы скажете тем, кто вот против конспирологов выступает? Да. Ну, во-первых, я должен нас с вами поздравить, потому что наш предыдущий ролик набрал 2,5 миллиона просмотров на этом канале, рекордный абсолютно, там за 6 месяцев последние. Да? Вот, это очень хорошо. Значит, по поводу конспирологии. Значит, когда хотят сейчас обвинить человека в том, что он говорит правду, на него вешают ярлык конспирологии, конспиролога. Да, говорят, это он что-то это придумывает чего-то, и сразу все, значит, негатив такой. Я этим всем людям отвечаю следующую вещь. Да, конечно, если там тетя Маша какая-нибудь, они на заваленке или там бабки какие-нибудь сидят, лузгают семечки, вот от гробузов, как у вас на Украине говорят, да, и обсуждают своих соседок, там, я не знаю, там, председателя колхоза, то вот это конспирология. Это не сплетни, это конспирология. Ну, это по-научному конспирология, а по-простому сплетни. Да, базарный разговор. Вот. Я бывший старший офицер службы нелегальной разведки первого главного управления КГБ СССР. Это внешняя разведка является секретным подразделением Коммунистической партии Советского Союза и Комитета госбезопасности, который занимался тем, что она организовывала заговоры по всему миру, соблюдая меры конспирации. Вот конспирация, да? Конспирология, конспирация – это одно и то же слово. На Западе вообще конспирология – это значит заговор. То есть нам платили деньги за то, чтобы мы устраивали заговоры. Угу. Поэтому мы не конспирологи, а мы заговорщики, угу, которым платят. Вы еще раз тут акцентируете внимание, это очень важно для наших зрителей, что вы как эксперт по этим заговорам, и вот моменты, элементы этих заговоров очень хорошо видите. Правильно, Сергей? Я акцентирую свое внимание, что моей профессии, за которой мне платили деньги, которой меня готовили 3 года в специальной школе, и на которой я потом еще 5 лет работал в поле, дослужившись до звания майора и до должности старшего оперуполномоченного особого резерва КГБ СССР, то есть нелегальной разведки КГБ СССР, она... Мы занимались, и я занимался организацией заговоров, и поэтому я знаю всю конспирологию изнутри. Мы не бабушки с вами на заваленке, и мы не обсуждаем сплетни. И поэтому я вам рассказываю то, как настоящая служба, как человек, который работал внутри этой службы, как организовываются мировые заговоры. Я вам напомню, кстати, что Советский Союз, когда устроил революцию, большевики устроили революцию 1917 года, целью этой революции было захват власти во всем мире. То есть всемирная революция, всемирный заговор, свержение всех остальных государственных устройств, всех государств и захват власти во всем мире. Вот чтобы люди понимали вообще, откуда у нас ноги растут. Да, вот теперь давайте по конкретике пройдемся. А теперь давайте по конкретике. И опять мы переходим к теме Пригожина и к теме заговора, попытки революции, мятежа, то, что произошло 24 июня. Вы достаточно скептически в эфирах относились к вообще этому движению, да, Пригожина. И, собственно говоря, новые уже подробности появляются. Что же было после? Ну, во-первых, на этой неделе стало известно о том, что 29 июня Путин встречался с вагнеровцами. Почему-то именно сейчас это все всплыло. Далее российские пропагандистские СМИ утверждают, что компании Пригожина заключили 9 контрактов на сумму более 1 миллиарда рублей после попытки мятежа. Где Пригожин, никто не знает. Известно только о том, что какие-то маршруты, его джет летает туда-сюда между Питером и Минском. В то же время Лукашенко утверждает, что в Беларуси Пригожина нет. Что вообще происходит? Вот, с точки зрения, на ваш опытный взгляд разведчика,
Происходит конспирология, происходит заговор внутри Кремля. И, кстати, когда вы сказали, вы, что я относился, так сказать, как бы... Скептически. Я не скептически относился к этому делу. Я очень серьезно к этому делу относился. Я скептически относился к информации, которую нам рассказывают. Да, потому что, вот вы сказали, нам стало известно, что Путин встретился. Вот это неправильно. Нам Песков... СМИ опубликовали информацию о том, что Путин встретился. Нет, нам Песков, пресс-секретарь Путина, который занимается тем, что он врет целыми днями, потому что ему за это деньги платят, за то, чтобы он врет. Да? И, кстати, опытные аналитики тут относительно Пескова, да, подняли информацию за 29 июня, где тот же Песков говорил о том, что местоположение, вообще что, все, что связано с Пригожиным, Кремлю неизвестно. Да, вот я к этому и говорю. Да, Песков врет целыми днями. Из Пескова у меня очень простая форма распознавания, прочтение того, что он нам говорит. С Песковым все очень просто, надо перевертывать знак. То есть, если Песков сказал, что Путин встретился с Пригожиным и с Вагнерами, то, значит, никакой встречи не было. И об этом я сразу сказал. И в этом смысле я относился скептически к этой информации, не к заговору Пригожина, а к информации, которую дал Песков. Или, скажем так, к интерпретации, которую дал Песков от имени Путина. Потому что в ней все было странно. Странно, во-первых, почему нам ее рассказали 10 июля, спустя почти две недели после того, как она состоялась. Странно было то, что эта информация работала против Путина, потому что получалось, что Пригожин шел на Кремль, чтобы встретиться с Путиным и ему все рассказать. Это был цель этого самого мятежа Пригожинского. И получалось, что Пригожинский мятеж состоялся. И стал успешным, потому что он добился встречи с Путиным и рассказал ему вместе с 35 своими командирами о том, что там плохо и так далее. Да? То есть это все... И Путин получался такой слабый человек, значит, который вынужден был поддаться силе, мятежу и встретиться с мятежниками, на которых он топал ножками до этого, говорил, что всех пересажаем, всех расстреляем. Все гады, все предатели и так далее. И тут старым опытным взглядом и аналитикой я почувствовал, что нам чего-то тут это мухлюет. Здесь нестыковок очень много. Нестыковки вот какие. Во-первых, Пригожин не добился самого главного своей цели после того, как вот у него первая цель была встретиться с Путиным, а вторая цель – добиться от Путина отставки Шойгу и Герасимова. Это его враги за последние 10 месяцев. Он их матом кроет с сентября прошлого года. И каждый раз говорит, что их надо снимать, они предатели, они гады, сволочи и так далее. Путин нам говорит, Песков, что он встретился с Пригожиным, поговорили, а дальше мы видим Шойгу и Герасимова чуть не каждый день на телевизоре. Здоровенькие. Герасимов два раза руководил чем-то там из командного пункта. Шойгу дает интервью. Шойгу принимает парад у Путина 27-го в Кремле. Ну, речь Путина там с Золотовым вместе. Вот, то есть, на самом деле, странно очень. Если Пригожин выслушал и отнесся с пониманием к тому, что эти заговорщики ему рассказали, то почему Шойгу и Герасимов на своем месте? И почему, наоборот, во всех средствах массовой информации топят Пригожина, мочат его, как только... Объяснение, которое давалось вот этому всему, я небольшую ремарочку, чтобы вы в частности это же объяснили, что Путину как-то негоже выглядит слабым, если он пойдет на уступки Пригожина, и поэтому он как бы сохраняет позиции Шойгу и Герасимова, и в то же время те плюшки, которыми пользовался Пригожин, они тоже есть. Как вы относитесь к таким аргументам? Вот, но на самом деле там гораздо больше всяких несуразностей. Пригожину вернули деньги, слив этот произошел. Наградное оружие, которое ему в свое время давало.
Да. Но одновременно слили, что, значит, у него там дворец, потому что он же всем наезжал на всех олигархов и говорил, что вот вы там все воры, там, а я вот такой золотой, хороший Робин Гуд, так сказать, да, российский. А выяснилось, что никакой не Робин Гуд, он такой же олигарх, как все остальные. Ну, как это выяснилось? Это не выяснилось, это все знали, но просто это забыли. Тут показали наглядную картинку дворца с жутким вкусом, таким же, как у Трампа там и так далее, да, но это так, это у них у всех такие замочек, примочки, вот, но одновременно слили еще его паспорта, то есть показали вагнеровцам, что вот вы-то, ребята, если что, вы никуда из России не денетесь, а вот у Пригожина, видите, у него несколько паспортов на разные фамилии, у него есть 10 миллиардов налички, с которой он может тоже сбежать. У него там баксы есть какие-то, у него там кокаин какой-то, у него оружие, у него есть награды, у вас их нету, а у него есть. Вот. И у него есть медицинская комната, и у него есть медицинская его история болезни, где якобы он болен онкологическим заболеванием. То есть на самом деле очень много странных сливов. И стал я над этим делом размышлять, и для меня стало ясно, что никакой встречи Пригожина не могло быть с Путиным в том формате, в котором это было сказано, потому что они же не дураки, с оружием их не пустят в Кремль, а без оружия они туда не пойдут, потому что они же понимают, что их всех арестуют там и так далее. Вот. И в итоге я пришел к выводу, что Путин хитростью заманил Пригожина, либо одного, либо даже с этими 35 командирами, и они все арестованы, Пригожин, скорее всего, уже убит. А все они содержатся в тюрьме. И сегодня это подтвердили, потому что рассказали про тюрьму Воденцова, про тюрьму странную, которой до этого никто не знал об этой тюрьме и об этом месте. Да, потому что все знают Лефортово, все знают там Матросскую тишину, там, я не знаю, и прочие всякие такие известные тюрьмы. Вот. И моя версия такая, которая, в принципе, чем дальше, тем больше я в ней, так сказать, убеждаюсь. И она, главное, объясняет все несуразности, которые, вот, о которых мы уже говорили, и еще многие другие. То есть, грубо говоря, Путин испугался очень сильно Вагнера. Вагнер мог... Вагнеров успокоили временно. Но дальше они представляют огромную опасность. Временно успокоили. Ну, временно успокоили в том смысле, что они разошлись там, как, по каким-то там штаб-квартирам. Кому-то сказали, можете в семьи ехать, кто-то может ехать в Белоруссию. Но почему-то в Беларуси нет ни одного Вагнера. Да? Нет в публичном пространстве ни Пригожина, никого нет. Да? Но стали возникать какие-то странные Вагнера, которые просто какие-то давали интервью, там BBC дали интервью, дали французам интервью, слили вот эту историю с встречи с Путиным, да, ее слили через Либерасьон, через французскую. А потом на нее как бы отвечал Пригожин и сказал, что нет, не 1 июля, а 29 июня. И таким образом получилось так, что ему поверили, потому что, ну ведь видите, французы до этого рассказали со ссылками на вагнеровцев. Да, а теперь еще и Песков нам подтвердил, что была такая встреча. То есть на самом деле все это очень сильно запахло КГБ. Это очень сильно запахло разведкой, контрразведкой, спецоперациями, а именно тем, чем Путин обожает заниматься, то есть манипуляциями, секретными операциями и так далее. Операция была очень простая. Я вам, кстати, говорил в наших предыдущих передачах, что часть, которая устроила мятеж, по всем законам военным во всех государствах должна быть расформирована, и если не расстреляна, то, по крайней мере, там, ну, наказана. Командиры должны быть расстреляны, знамя ее уничтожается, упоминание о ней в Министерстве обороны уничтожается, зачинщики сажаются или расстреливаются, а все остальные ссылаются в штрафбат куда-то там и так далее. Так происходит во всех армиях мира. На кораблях, когда бунт на корабле... Вы утверждаете, что Пригожин либо арестован, либо уже убит. То есть это все делалось тихо, получается? Да, это надо было делать тихо. Почему? Потому что пока у Вагнера 10 тысяч человек, а как выяснилось, там даже 20 тысяч человек, с оружием, с танками, с бронетранспортерами. То есть если сказать, что Пригожин арестован, они тут же возьмут, сядут обратно на эти танки и поедут его свергать, освобождать и Путина свергать. То есть вполне возможно, что
была бы вероятность нового выступления Вагнеров. Если их разоружать тоже активно, там, вот, допустим, сказать, ну-ка, сдайте все немедленно оружие. Вот, они тоже скажут, нет-нет-нет, мы пока вот, пока Пригожин нам не скажет, ничего сдавать не будем. И поэтому надо было делать очень, очень хитро. Надо было арестовать сначала Пригожина и всех командиров, забрать у них всех мобилы, выбить из них показания секретно, выбить из них коды доступа к этим мобилам, выбить из них, посмотреть, как они переписываются смс-ками, какими мессенджерами они пользуются, какие каналы у них внутренней связи с Вагнерами. И затем от их имени пошла дальше информация какая. Вот помните, сказали, что Пригожину вернули 10 миллиардов. И все спрашивали, о, какая странная вещь. А чего странного? Эти 10 миллиардов – это зарплата Вагнера там за месяц или за два, за последние, плюс премиальные, плюс и так далее. То есть, и это слили ФСБ сначала в СМИ, информацию, что деньги вернули Пригожину. А потом через СМС-ки их мобил, этих арестованных Пригожина и командиров, пошла информация внутренняя через Вагнера, что все, ребята, нам деньги вернули, зарплату, готовим зарплату, сейчас будет выплата зарплаты по этому поводу. Все успокоилось, Путин нас успокоил. И таким образом, когда затем к ним пришли в лагерь и сказали, ребят, ну все, вам это, вот вам деньги выплатили, там действительно привезли им деньги, выплатили им всю зарплату. Вот, а теперь им сказали, ну теперь это надо передать технику, потому что вот Путин же объявлял, что там золото, надо передать танки и так далее. И вчера, вот мы сегодня с вами записываем это в четверг, 13 июля, 12-го прошла информация, что вся тяжелая техника и все стрелковое оружие, все снаряды, все пушки, все Вагнера сдали Министерству обороны торжественно. Все, Вагнер разоружен. Это публичная информация была? Это публичная информация, которая прошла по всем каналам, перепостили ее все, можете найти ее, очень легко найти. Значит, очень легко, если в «Медузу», прочитайте «Медузу», там у нее было сообщение такое очень подробное, конкретно, какие танки, какие БТРы, сколько их там, 2000 танков. Сказали, кстати, МО слила часть этих танков, но навехонькая ни разу не использовалась в боевой технике. То есть это еще надавили на Вагнеров, что у вас были танки, которых не хватало на фронте, а они у вас просто стояли, чистенькие, хорошенькие, которые вы даже ни разу не использовали в боевых действиях. То есть это еще их и слегка замазали дерьмом в глазах армии, которая стояла там рядом. Вот. И 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Вот, кстати, поэтому я говорю, что там 20 тысяч, возможно, Вагнеров осталось, потому что 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Ну или там 15 тысяч людей, потому что, может быть, оружие больше, чем людей. И вот когда таким образом вот вся эта история с Песковым, с успокоением Вагнеров, с возвращением денег, с перемещениями Пригожина была нужна только для того, чтобы тихо, спокойно разоружить Вагнер. И все. И вот теперь этой компании не существует. Теперь пригожинской банды нету, у них нет оружия. То есть даже если она есть, им нечем воевать. Вот. И теперь об этом было сообщено 12 июля официально, что их разоружили. И вот и в тот же день прошла информация о том, что у Пригожина онкология, вот у него там кабинет, вот у него там вырезали... BBC какой-то человек дал, значит, интервью, что вот там говорили, что у него там полжелудка не было, и вообще, вот, Алена, я всем себе задаю вопрос. 10 месяцев по 3 раза на дню или по 4 раза на дню Пригожин матом всем выходил в эфир. Он у вас создал впечатление больного раком человека? Абсолютно. Мне кажется, ни у кого не создавал он впечатление больного человека. Вот. А, ну, вы ее не знали, конечно, да, вот акушерка Кабаевой в Швейцарии жила, да, вот она тоже раз и так в один день умерла от рака. Ее тут же сожгли и пепел развеяли в Лугано, вот тогда, когда проект собирался публиковать, значит, документальный фильм о недвижимости Кабаевой. Вот, так что, в общем, нас готовит к тому, публику готовит к тому, что нам сообщат, что герой России... Герой Луганской Народной Республики, герой Донецкой Народной Республики.
кавалер 30 орденов африканских каких-то, Евгений Викторович Пригожин, почил в Бозе после непродолжительной или там продолжительной болезни. Угу. Вот. И похоронит его с почестями, салют даже воинский отдадут, Герой России все-таки. Вот. И о нем благополучно забудут. Угу. Этого ожидать уже в ближайшее время, по вашему прогнозу? Ну, судя по тому, что уже слили историю с онкологией, и судя по тому, что разоружили Вагнер, самое главное было разоружить Вагнер. Потому что пока они были с оружием, этого делать было нельзя. Вот теперь это делать можно. Да, я так думаю, что сольют быстро. Вот. Но у Путина возникла новая проблема. У Путина возникла проблема с генералами. Да, и вот теперь говорят, что значит в этом Воденцове содержат еще генералов. Вот туда увезли Суровикина, туда, скорее всего, увезли Алексеева, туда увезли всех тех, кто с кем общался Пригожин. То есть Мизинского. Те, кто готов был поддерживать его, да, Пригожина? И, если не готов был поддерживать его, то, по крайней мере, с кем общался, да, потому что слили, кстати, вот табличку, какие были встречи у кого с Пригожиным за последний год. Туда, кстати, СНБУ украинского Алексея Данилов говорил о том, что 14 генералов, они готовы были идти за Пригожиным, и, в принципе, они против Путина. Это вот эти генералы, которые сейчас... Да, эти генералы, да, это раз. И плюс вы видели информацию о том, что командарм 58-й армии Попов, генерал-майор, значит, учинил тоже мятеж. То есть сказал, что он уходит в отставку, потому что на него там наехали. То есть он попытался занять место Пригожина. Я так думаю, что он очень быстро окажется там же, в Одинцово, в той же самой компании. Потому что Путину сейчас самое главное показать, что он железная рука. И вот я так думаю, что они сейчас это будут публиковать. По крайней мере, вот мои коллеги, там, допустим, Михаил Шентельман запустил версию, что на самом деле Пригожин все получил, все, что можно, и вообще Песков работает теперь на Пригожина, и Песков теперь сливает информацию против Путина, и Песков теперь начал играть собственную игру, пресс-секретарь Песков, усы Путина, начал играть какую-то свою собственную игру. Это, конечно, детский лепет. Вот, так что все было проведено так, как проводится в КГБ, то есть это вот настоящая секретная специальная операция, когда всех пересажали. И я вот людям, которые там не очень понимают, о чем речь, но смотрят телевизор, там кино, да, вот вспомните, ТАСС уполномочен заявить, агент Дубов, да, которого, когда арестовывало КГБ, он принял яд, не вовремя очень, да, потому что таким образом КГБ не смогло поймать на какой-то секретной операции ЦРУ. И тогда сделал КГБ ему двойник. То есть вот сейчас я не исключаю даже вариант, что двойника выпустят Пригожинского, которого посадят в пригожинский самолет. И, кстати, его могут посадить с деньгами, отправить куда-нибудь в Африку. А потом нам сольют такую штуку, что вот Пригожин с деньгами улетел в Африке, не расплатившись с вагнерами. И вагнера его замочили. То есть, возможен и такой вариант. То есть, не только онкология, да, от которой он умрет, но и то, что он не соблел, значит, обязательства внутри Вагнера. А там люди крутые, там работают, значит, флебустеры, которые только за деньги, джентльмены удачи. Им, значит, если им не доплатить чего-то, они могут и его кувалдой и убить. И нам покажут видео, где Пригожина убивают кувалдой эти самые вагнера. Вот, то есть история двойников Пригожина имеет место быть? Ее уже запустили. Вы заметили, да, и вот, значит, запустили эти самые паспорта, запустили паспорта, где был Пригожин с другими фамилиями, и запустили паспорта, где была пригожинская фамилия, но другой человек на фотографии. Вот, и запустили 6 фотографий, где он в разных париках там и так далее. То есть запустили историю о том, что у Пригожина вполне возможно есть какие-то двойники. Но ее запустили сначала как забота Пригожина о собственной безопасности. То есть Пригожин, грубо говоря, пудрил мозги ФСБ, чтобы ФСБ не понимала
Федеральной службы безопасности, где он в настоящий момент находится, то ли он в Белоруссии, то ли он в Москве, то ли он в Питере, то ли он в Ростове, то ли он где-то еще. И, значит, вот здесь вот там Песков 29-го нам говорил, вообще-то мы не отслеживаем, и нафиг он нам не нужен, и вообще все это дело, то есть все это дело спускали на тормозах. Но все концы, вы заметьте, все для того, чтобы создавались мифы какие-то и конспирологические теории, все это запущено в публичное пространство. И причем это слито официальными органами. Потому что вот вся история с документами пригожинскими и после следствия, да, вот, или там в результате обысков, ведь это слили органы ФСБ и МВД, которые вели, или там СК, которые вели эти обыски. Это прямое нарушение Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. В Российской Федерации есть тайна следствия. Кроме прокурора, кроме генерального прокурора или главного военного прокурора, вообще никто не может ничего сливать. А тут все это гуляет по сети с фотографиями, с видео, с чем хотите. Вот. И по этому поводу для меня это все это вот за 10 километров пахнет манипуляцией. Еще одну оценку у вас попрошу, что происходит, и, собственно говоря, опять же, если это попадает в публичное пространство, какова цель? СМИ, в частности, российские пропагандистские, распространили информацию о том, что глава службы внешней разведки Нарышкин поделился информацией о том, что в конце июня он разговаривал по телефону с главой ЦРУ Бернсом. Речь шла о событиях 24 июня. В частности, ну и вот по утверждению Нарышкина, опять же, как его цитирует российская пропаганда, в основное внимание было уделено Украине. Что вы думаете по поводу появления этой информации в публичном пространстве о том, что внешняя разведка России сейчас контактирует с ЦРУ? Я вам напомню, что того же самого Нарышкина Песков упомянул на встрече Пригожина с вагнеровцами у Путина. Да, там сказали, чтобы там были также еще Золотов и Нарышкин. Да, в принципе, это странная информация, потому что Нарышкин такой интеллигентный человек, ну, человек, который играет очень большого интеллигентно, из очень благородной семьи князей Нарышкиных. На самом деле всем известно, всем людям, которые с ним общаются, что он очень глупый человек, интеллигентный, но очень глупый человек. Вот, и что он... Его мы видели все. Сергей, 20... прошу прощения, а как же он внешнюю разведку-то возглавляет, если он абсолютно глупый человек? Вот интересно. Так он именно поэтому ее и возглавляет, потому что он очень глупый человек. Потому что Путин, вы помните, как Путин над ним издевался 21 февраля прошлого года? Публично издевался. Угу. С садистским удовольствием. Потому что я вам напомню, что у Путина не состоялась карьера разведчика. Путина после того, как его прислали в 84 году в КАИ учиться в Краснодарском институте, он отучился там год, а потом ему в КАИ сказали: «Володя, ты нам не подходишь, потому что ты эмоциональный человек, и ты абсолютно нерациональный человек, ты опасный человек для разведки. И мы тебя, потому что под действием эмоции ты можешь принимать решения, которые опасны для тебя и для службы». Потому что он подрался в Ленинграде вместе со своим приятелем Ралдугиным. Их, наверное, над ними кто-то там издевался над улицей, их назвали, наверное, там гомиками, которые гуляют под ручку. И Путин полез в драку вместо того, чтобы смыться, потому что вот это ему задело. Кстати, это вполне возможно была проверка того же самого КАИ, потому что когда курсанты готовятся к разведке, им устраивают и такие вещи. И он эту проверку не прошел. И там ему сломали руку, он оказался в отделении милиции. Это все рассказано самим Путиным. Это не я придумываю. Мне говорят: а откуда у вас такая информация? Да прочитайте книжку путинскую «Разговоры от первого лица», где все это рассказано Путиным самим. Вот. Ну, правда, он интерпретацию дает другую. Вот. А все очень просто. Ему сказали, что все, парень, значит, в разведку тебя не берем в Ясенево, который вот штаб-квартира, где сейчас Нарышкин командиром находится. Отослали его обратно в Ленинград. И Путин это Ясенево видеть не может. Потому что каждый раз, когда он ездит в Ясенево, каждый раз, когда он видит директора СВР, это ему напоминание, что у него не состоялась карьера разведчика. Потому что его потом сослали в ГДР. Это не разведка, это там в Дрезден, это официальное представительство КГБ. И там никаким разведчиком не был. Вот. И поэтому, когда Путин пришел к власти, он сначала поставил начальником над СВРовцами генерал-лейтенанта Лебедева.
генерал-лейтенанта. Во главе СВР стоит генерал армии. Там Трубников был, да, и до этого Примаков. Ну, у Примакова не было звания, потому что он был, не хотел брать за себе звание. А Трубников был генералом армии. И вот Путин в 2000 году, 20 мая 2000 года, назначил генерал-лейтенанта, чтобы их унизить. И сделал ставку на ГРУ. И поэтому он ГРУшником, значит, сделал министром обороны своего приятеля Иванова Сергея Борисовича. Кстати, бывшего СВРовца, генерал-лейтенанта. Вот, и построил сабквартиру ГРУ новую, а не разведки. А до разведки у него руки только дошли где-то там после третьего срока или там четвертого срока. Вот, и там был Фродков до этого сидел, тоже, опять же, его премьер-министра сделали, понизили до начальника разведки. Вот, а потом он поставил Нарышкина, потому что Нарышкин ноль абсолютный. И для Путина это было очень приятно осознавать, что во главе этой разведки, куда он никогда не попал, тогда, когда он должен был служить, стоит абсолютный ноль. Вот, чтобы вы понимали. Этот ноль... Вернемся к разговору с Нарышкиным. Да, этот ноль... Этот ноль беседует с Бернсом, который очень умный человек, да, и который реально встроен в геополитику американскую. Вот... Это все, конечно, просто, ну, такие, как бы, официальные дипломатические каналы, потому что ничего, конечно, Нарышкин, никакой Украины Нарышкин не обсуждает с Бернсом. То есть ему хотелось бы обсудить, но это не то лицо, которое американцы рассматривают как серьезного человека, с которым надо обсуждать какие-то закулисные дела. Но это очень неприятная вещь, которую можно подать украинцам. И говорить, вот видите, за вашей спиной, вот вы рассказываете, что там Зеленский встречается там с Байденом, ведет переговоры с руководителем государства, а на самом деле, вот на таком мелком уровне, директор ЦРУ с директором СВР решают вашу судьбу за вашей спиной, и даже за спиной американского президента Байдена, и даже за спиной американского конгресса, поэтому вам не дают никакое вооружение. То есть это игра путинская на понижение, так сказать, лица, которые решают судьбу Украины. Это такое унизительное, и поэтому, кстати, вот об этом и рассказал нам кто там, Лавров или кто там, Песков, что Нарышкин, значит, будет встречаться с Бернсом и с ним утрясать какие-то вопросы. На самом деле, в Турцию Нарышкина с Бернсом послали для того, чтобы утрясать зерновую сделку. И там обмен какими-то пленными. Это вот тогда, когда было. У Нарышкина с Бернсом есть еще разговоры по борьбе с исламскими террористами во всем мире, потому что все на фоне войны с Украиной забыли, что есть какие-то другие проблемы у Запада и у мира. Эти проблемы остаются. Остается борьба с наркотиками, остается борьба с организованной преступностью, остается борьба с контрабандой, остается борьба там, с торговлей рабами, женщинами, проститутками и так далее. То есть все это на самом деле никуда не делось. Все эти вопросы есть, и вот эти вопросы обсуждает директор не только службы внешней разведки, но и Бортников, как директор ФСБ. Российская Федерация по-прежнему является членом Европола и Интерпола. У нее есть сотрудничество, там есть генералы, которые постоянно общаются с какими-то своими коллегами. И даже начальники генштабов, Герасимов и американский там, начальник генштаба, они перезваниваются. То есть это все абсолютно нормальная такая бюрократическая процедура, которая продолжается даже на фоне такой войны, как война России в Украине. Предположить, опять же, возвращаясь в конспирологию, да, что как раз по линии Нарышкин-Бернс может обсуждаться устранение Путина, допустим. Это возможно? Нет, невозможно. Потому что американцы рады бы были такую штуку запустить бы, но они же знают, что Нарышкин идиот. Вот, они знают, что это не тот человек, с которым надо обсуждать. Потому что никакую конспирологию нельзя обсуждать с человеком, который предан Путину как собака. Хотя американцы, возможно, сказали себе, вот посмотрите, этого человека публично унизили. Да? А унижение вообще-то, это очень сильный механизм. Вот помните «Жестокий романс», фильм Михалкова, где был такой персонаж Карандышев.
И у него, ну, на самом деле, это Островский, конечно, Александр Островский, да, «Беспреданница», где есть такие слова. «Да, я маленький человек, но не дай Бог вам унизить маленького человека». То есть вот это вполне вероятно, что американцы себе сказали, что, ну, наверное, вот он абсолютно маленький человечек, никчемный, но если вот его публично Путин унизил, то, возможно, это тот человек, который будет брутом, который вонзит Путину нож, так сказать, куда-то там в тело, потому что он вхож в Кремль, потому что у него есть доклады, ну, по крайней мере, раз в неделю он докладывает персонально Путину какую-то информацию. Вот, а в советское время это было ежедневно. Каждый день начальник разведки ездил к генеральному секретарю и докладывал ему сводку международной информации от имени первого главного управления. Вот, и вполне возможно они... Но все-таки я думаю, что они недооценивают той преданности Нарышкина Путину. Потому что он, в общем, очень несамостоятельный человек. Я не думаю, что он решится когда-нибудь на то, на что решился Пригожин. Потому что у Нарышкина просто нет самого главного. У него нет Фаберже. А Пригожин тоже был предан, правильно? И что эту преданность нивелировало? Нет, Пригожин не был предан. Пригожин был подельником. Пригожин был зэком. Пригожин был бандитом, который с Путиным вступил в бандитский сговор. Это называется шайка, банда. И Пригожин занимал над Путиным господствующее место, потому что он прикидывался поваром, он прикидывался этим самым официантом, который Путину ставит тарелочку и так далее. Но на самом деле Пригожин 10 лет провел в тюряге. Путин его... Пригожин был авторитетом для Путина. Авторитетом бандитским для Путина. И с Путиным у него были совместные бандитские дела, то есть вот эти Вагнер, которые там геополитику решали в Африке, алмазные копи там и прочие всякие штуки. Пригожинцы делали грязные дела за Путина в Сирии, на Донбассе и в войне Украины, когда Путин его призвал там в марте месяце прошлого года. Вот. Но Пригожин в сентябре прошлого года понял, что Путин стал нулем. А в бандитской среде, когда, ну, скажем так, партнер понимает, что сосед ослаб, не кинуть соседа – это западло. Поэтому Путин захотел, Пригожин стал сесть нам, захотел сесть на место Путина. И Пригожин, мы с вами вот тоже уже я вам многократно это говорил, что Пригожин фактически начал играть роль исполняющего обязанности президента, потому что мы только его и видели с фронта, он материл начальника генштаба и министра обороны. Он использовал, кстати, в этом смысле путинское желание всегда не раскладывать яйца в одну корзину, всегда создавать полюсы власти, сталкивать их лбами. И поэтому, кстати, Путин его не убирал, потому что для него это была возможность также наезжать на генералитет и держать его под контролем, в том числе и таким образом. Вот. Но у Пригожина возникла собственная политическая адженда, собственный политический проект, он захотел стать президентом. Он захотел стать, вот как это старая история, сказка о рыбаке и рыбке, и Пригожин. Путин захотел стать владычицей морской, и значит, чтобы золотая рыбка, то есть Запад, который его снабжал деньгами, был у него на посылках. А Пригожин захотел стать владычицей морской, вернее, он захотел стать государственной царицей. Да, вот, значит, вместо Путина. И решился на такой жест безвыходный, потому что, кстати, Путин готов был его арестовать. То есть вот у Пригожина не было выбора 23 числа, потому что, скорее всего, уже отдана была команда на его арест и на расформирование Вагнера. Вот, он это узнал, он это почувствовал, он понял, что вот у него безысходный вариант. И поэтому нужно было устраивать мятеж. А скажите, Сергей, сейчас в окружении Путина много таких, как Пригожин? И есть ли они в принципе? Таких, как Пригожин, очень мало. Очень мало, потому что Пригожин – это уникальный человек. Да, потому что Пригожин – это зэк, который выжил в тюряге 10 лет.
который сам себя сделал миллионером в бандитском Петербурге 10 лет, а потом, который еще 20 лет с Путиным был уже, ну, с Путиным он не 20 лет, он там 10 лет с Путиным, вот, стал миллиардером и его доверенным лицом, и даже человеком, которого Путин боялся и уважал. Таких людей очень мало рядом с Путиным. Вот. Но Пригожин показал дорожку протоптанную. И вот теперь возникают люди, вот типа начальника командарма 58-й армии Попова, который, значит, типа теперь вот говорит, а вот мне там, я не, мне дали неправильный приказ, и что-то там меня не устроило, поэтому, значит, я подаю в отставку, и выносит это в публичную плоскость, что на самом деле означает бунт на корабле. И вот сколько таких генералов, которые бунтуют на корабле, вот, значит, информация прошла о том, что, значит, в этом Одинцово секретной тюрьме содержится 14 генералов, ну, трех мы из них можем сразу сказать, да, значит, Суровикин, Мизинцев и Алексеев, вот, возможно, там еще какие-то, но на этом может не остановиться, потому что, грубо говоря, все люди военные, которые сейчас не знают, за что они воюют, но теряют жизни, и в жутких условиях ведут эту войну, они поняли, что если уйдешь один с фронта, тебя расстреляют или посадят. А вот если ты уйдешь вместе с своей армией, с полком, с дивизией, с корпусом, то тебе ничего не будет, как Пригожину. Вот поэтому сейчас Путин обязательно должен расправиться показательно с Вагнером, но он мог это сделать только тогда, когда Вагнеров разоружат. Вот сейчас Вагнеров разоружили, и теперь Путин опубликует что-нибудь, что все, они теперь все пересажены, значит, компания ликвидируется. Вот. И, кстати, вы заметили, что когда подписали эти самые договоры от имени «Конкорда» с Министерством обороны, вроде продлили, это все тоже вот усыпление внимания. А потом нам скажут, компания-то есть, просто Пригожина там уже нету. Эта компания уже не пригожинская. А в этой компании, допустим, зять Шойгу или дочка Шойгу. Сергей, и, но тем не менее повторить, вот вы говорите о генералах, тем не менее повторить вот историю Пригожина, есть еще желающие, несмотря на расправу? Я думаю, что могут быть желающие. Другое дело, что Пригожин ведь, прежде чем на это решиться, он себе строил 10 месяцев имидж. У него ведь не только армия была своя, у него еще и была своя медийная империя. У него была своя группа «Медийная Патриот», у него свой был ФАН, Федеральное агентство новостей, у него была фабрика троллей, у него много чего было. И больше того, у него еще были ведь его рестораны, у него еще были его комплексы, у него были миллиарды. Ни у одного генерала таких миллиардов, как у Пригожина, нету. Они все миллионеры, но не миллиардеры. Вот. И у них нет самого главного другого, у них нет имиджа, то есть у них нет вот этой харизмы народной и государственной, да, потому что Пригожин создал себе абсолютно публичную такую, значит, картинку, с которой он мог совершенно спокойно выходить на президентские выборы. И, да, я вам даже говорил, по-моему, уже, да, что если его не убьют, то он станет следующим президентом Российской Федерации. Потому что он может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президентских 2024 года и победить против Путина, потому что он круче Путина, он моложе Путина, он наглее Путина, он хамоватее, чем Путин. Он сильный. Пригожин – это вот конкретный альфа-самец. Вот когда смотришь на Пригожина, слушаешь его матершину, ни у кого не возникает никаких сомнений в том, что это альфа-самец. А вот-то Путину надо обязательно было там какой-то свой голый торс показывать, где-то там Шойгу. И он не... Только в самом начале он производил впечатление, и то не как альфа-самец. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Интересный взгляд конспирологический, да, на происходящие события для того, чтобы разобраться в моментах несостыковых. Шпионский взгляд. Взгляд старшего... Старшего оперативного сотрудника Комитета государственной безопасности и службы внешней разведки, нелегальной службы внешней разведки. У меня профессиональный взгляд конспиратора. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Интересно, сколько еще подробностей вскроется по событиям 24 июня. Сергій Жирнов був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю, ставте свої лайки, залишайте коментарі, маєте якісь питання, так само залишайте. Обов'язково їх розглянемо із Сергієм вже під час запису найближчого інтерв'ю. Ну і не забувайте підписуватися на канал «Сейчас».